Боже мой, вы посмотрите, какое невероятное место. Это, я так понимаю, озеро какое-то. Ух ты. Смотрите, ель какая старая и огромнейшая. Можно сидеть, кушать вместе в таком прекрасном. Пошли, Коля, к водичке подойдем. Пойдем. Да. Людей очень много со всех сторон. Уточки. Красота. Да. Ух ты, как, смотри, знаешь, что это такое? Желтенькие цветочки. Я первый раз такие вижу, мне кажется. Лилии такие, мол? Хотя вряд ли, они же обычно на воде растут. Не знаю, что это такое. Если знаете, пишите. Очень интересные такие, высокие, желтенькие. Держи, Коля, я сейчас подойду поближе сниму. А есть же приложение какое-то, которое можно, допустим, фотографии делаешь, тебе показывают, что это. Да? Это смотрите. Смотрите, что это такое интересное. Очень красивое. Место невероятное. Действительно, для пикника всей семьей вообще шикарное. Так, давайте я вам расскажу в трех словах, где мы. Мы приехали в Хаминлина. Здесь есть такое место. Ауланго Некоторни, по-моему, так это называется. Я пропишу еще здесь, кому это будет интересно. Вы потом можете найти, приехать, посмотреть. Мы не доехали до этой смотровой площадки, до смотровой башни. 450 метров. Увидели здесь небольшую стоянку, решили остановиться, потому что увидели озерцо небольшое. Вы знаете, мы не пожалели. Здесь просто невероятно. Но я думаю, вы и сами видите. Мы немножко сейчас здесь погуляем и потом уже пешком дойдем до смотровой башни, посмотрим, что там. Это место мне вообще подружка посоветовала. Она вообще восхищалась местом. Ей здесь очень сильно понравилось. Руфина, привет тебе большое. Знаю, точно смотришь. Место действительно потрясающее. Пойдем дальше смотреть. Буду снимать и вам все показывать. Миша скачал приложение, и оказывается, это ирис ложно-аировый. Да? Да, точно, выговорила. Слушайте, очень-очень интересное растение. Его здесь много вдоль берега. С другой стороны тоже очень много. Но действительно красивый. И то, я думаю, цветочки уже отцветают немножко. Либо, может быть, жарко, поэтому они так выглядят. Но на самом деле они безумно красивые. Ну, наверное, мы пойдем дальше. Может быть, на обратном пути устроим как раз-таки здесь пикник. А может, там где-то еще место найдем красивое. Даже еще не знаю, мы не решили. Смотрите, тоже такие... В Беларуси их тоже очень-очень много. Не знаю, как они опять же называются. Может, опять по приложению будем смотреть. Красота. Уточки плавают, летают. Ну, подошли к этой ели. Наверное, это ель. Смотрите, какая она необычная. Мне кажется, я такой еще не встречала. Пока папа наш колясочку разбирает, мы с Колей вокруг ходим. И вот какое-то сооружение интересное, сказочное, я бы сказала. Вот, красота какая. Коль, ты видишь, что это впереди такое, знаешь? Мама не знает. Давай сходим посмотрим. Давай. Как красиво, правда? Ну, как вы поняли, вот она, башня смотровая. Она сейчас, правда, закрыта, но красивая такая, прям основательная. К сожалению, подняться внутрь, ну, вообще на самый верх нельзя. Но кафе открыто, как вы видели. Ух ты! Смотрите, какой вид открывается уже. Невероятный. Мы сейчас под такую гору крутую поднимались. И с коляской, и с пакетами, и с Колей. Это, конечно, прям подвиг целый был. Красота. Вот там чуть дальше стоят люди. Там смотровая площадка. Сейчас мы туда подойдем и все посмотрим. Я думаю, сверху самого было бы вообще красиво посмотреть. На леса, на озеро, на это рядом. Yesterday.
просто так смотришь, ну, ты же понимаешь, что деревья очень высокие, а смотришь отсюда на них, будто трава какая-то, да? Обалдеть. Как красиво. Вот она, Финляндия, красавица. А небо какое чистое. Мы спустились чуть ниже, смотрите. Как здесь интересно, какие-то рисунки. И еще площадка смотровая, только чуть-чуть ниже. Может быть, метр два разница. Но здесь уже тихо, никого нет. Но вид, в принципе, такой же красивый. Пойдем дальше. Прогуливаться, смотреть, что еще здесь можно увидеть. Вот. Будем наслаждаться красотой. Надеюсь, вам тоже все очень нравится. Миша мне поправила, говорит, что метра три здесь разница с верхней площадкой, на которой мы только что стояли. Так что вот, говорю вам верную информацию. 3 метра разницы. Вы представляете, какая здесь красота осенью? Мне кажется, вообще обалденно. Мне прям даже хочется осенью сюда вернуться. Я думаю, тут краски нереально красивые. Смотрите, с этой стороны башни написано 1906 год. Ничего себе, правда? Так вот вокруг здесь. И вот так выглядит площадка. Немножко сбоку. Папоротник-ветка. Это как на русский язык. Цветок папоротника, да? Да. Цветок папоротника. Сейчас будем прогуливаться по этой дорожке. Миша с Колей чуть-чуть наверх пошли. Сколько можно подняться, посмотреть. А я с колясочкой. Ну и знаете что? Мы очень-очень много бродили по лесу и вышли к озеру. Конечно, намного ниже, чем смотровая была площадка. Ну, по лесу я ничего вам не снимала. Я вам лес уже 100 раз показывала. Смотрите, здесь тоже раньше, видимо, что-то такое было смотровое, потому что какие-то ступени. Как-то интересно. Красиво, конечно, очень красиво. Вот, видите? Не знаю, что, конечно, здесь раньше было. Ну, может быть, да. Опять же, какая-то смотровая площадка небольшая совсем. Но сейчас заброшена. Ой, там кто-то на лодочке плавает. Видно, не видно, не знаю. Смотрите, шли, и нашли спортивную площадку прямо в лесу. Обалдеть. Такое можно увидеть, конечно же, только в Финляндии. И рядом озеро. Мне кажется, место вообще потрясающее. Спортом занимайся и на озеро смотри. Наслаждайся. Где-то здесь рядом пляж. Мы идем на пляж. Может быть, по водичке походим, покушаем. Тоже достаточно много часов гуляем. Но еще не кушали. Дошли мы до небольшого пляжа. Здесь есть кладка, лодки. Мы так поняли, на прокат можно брать. Видите, такая длинная лестница к этой кладке. Ну и есть те, кто купается. Сейчас вот как раз мы решили здесь перекусить, отдохнуть, на озеро посмотреть. Ну а потом, наверное, будем возвращаться к машине. Я сейчас для отдельного ролика снимаю рецепт хлебушка, который идет без замеса, без миксеров планетарных. Руками не нужно замешивать. Такой очень легкий рецепт. Нужно сделать тесто, 18 часов подождать. И потом вот, видите, такой плюшечку в такую сделала сейчас. И жду, пока у меня форма нагреется. Как только форма нагреется, я тогда продолжу все делать. И, конечно, результат вам покажу, но и кого заинтересует рецепт, будет отдельный ролик. Думаю, что, наверное, все-таки отдельными рецептами ролики вам проще смотреть, наверное, проще искать, если кто-то хочет что-то повторить, нежели пытаться найти это все во влогах. Я сама недавно искала какой-то рецепт из влога, хотела уточнить пропорции и, честно, очень много времени на это потратила. Так, сейчас эту муку уберу. Вот видите, мука. Использую такую вот лопаточку, как она мне нравится. Пока вот ее даже тут оставила,
этой емкости с мукой. Не знаю, мне нравится. Удобно, она большая, если 500, там 600 грамм теста отмерять. На весах очень много сразу берет муки. Ну, мне показалось классно. И чем она лежит у меня, лучше буду использовать. Плюс она выполнена в моих любимых цветах. Поэтому я прям довольна, что так использую. Вот. Красотень будет у нас сегодня. Это вкусный такой белый хлебушек, пористый. Тут уже подготовила пергамент, который буду форму застилать. Ну, рукавичка. Тоже, видите, в моих любимых цветах. Так, все, скоро мне уже нужно будет заняться формой. Надеюсь, что она быстро нагреется. 240 градусов включила на духовке. Пахнет очень вкусно. Я люблю запах дрожжей, поэтому обожаю возиться с тестом, с выпечкой. Даже вот именно из-за запаха, там, где есть дрожжи. Готов. Смотрите, как он выглядит после выпечки. Класс, да? И я в прошлый раз делала, когда у меня было совсем мало муки, получается, на дне. Как посмотрите рецепт, вы поймете, про что я говорю. И вот здесь как-то вот, ну, не так хорошо он вообще выглядел, и сложновато было его, в общем-то, перемещать с поверхности в форму. Сегодня же, когда я делала, я намного больше насыпала муки, и, в принципе, результат мне очень нравится, вообще класс. Очень похож на финский хлеб от Фазер, который мы тоже иногда покупаем и по вкусу, и по внешнему виду. Особенно сегодня, как присыпала мукой. Место там у меня уже готово. Это у меня будет... Сюда выложу хлебушек и красиво засниму, разрежу его, чтобы в видео, в ролике все было понятно, видно. Может, просто кто-то не смотрит мой канал и попадет именно на такой ролик с хлебом. В общем-то, я стараюсь всегда делать такие видео очень подробные. Но сейчас мне нужно дождаться, пока хлебушек высохнет. Как он классный, ароматный. Вкуснятина. Может, соблазню вас и тоже приготовите хлебушек как-нибудь для своей семьи. Достала уже хлебушек, переложила сюда. Красиво такое. Еще немного теплый, поэтому подожду, потом разрежу и уже вам покажу, какой он будет в разрезанном виде. Ну и давайте покажу быстренько в разрезе. Вот, отрезала. Уже для ролика отсняла. Классный хлебушек вообще. Беленький хлебушек. Вкуснятина такая. Ждете рецепт? Напишите. Еще сегодня решила сделать кекс отвороженный. Не просто потому, что у меня зов сердца, а потому что оставался полупаковки творога. И не хочу, чтобы он испортился. Не люблю, когда я выбрасываю продукт. Это действительно деньги просто выброшенные на ветер. Упаковки лишние выброшенные на ветер. Поэтому готовлю самые наши любимые творожные кексы. Миша уж точно будет им очень-очень рад. Коля, кстати, тоже любит их. Я немножко Коле даю свою выпечку. Все-таки я считаю, своя выпечка это вообще... Это круто, и ребенку ее давать, конечно же, можно. Ну, понятное дело, в небольших количествах. У меня где-то во влоге есть уже этот рецепт, поэтому я повторяться не буду, просто уже покажу, что в итоге получится. Одновременно сделала себе кофе, кофеек пью, и что уже, формочки подготовила. Ну, и потом давайте, да, действительно, покажу, что в результате у меня получится. Да, я не одна кексы делаю. Сыночка помогает маме своей маленькой ручонкой, держит. Какой молодец. Да, молодец. Мама тобой гордится, ты это знаешь, сынок? Ну вот, смотрите, какие кексы получились. Все треснули. А треснули, потому что была температура чуть повыше, чем нужно. Нужно выпекать при 200 градусах. Я так и включила. Пока я здесь покрутила, что-то поделала, Коля крутанул и чуть увеличил температуру, поэтому они треснули. Поэтому всегда, всегда, дорогие мои, когда выпекаете, должна быть точная температура по рецепту, чтобы не было вот таких вот, ну, скажем так, неприятностей. Ну, ничего страшного. Я знаю, что они очень вкусные, но просто... Если бы, например, я украшала их сверху каким-то кремом, это бы уже помешало, нужно было кексы переделывать. То есть, когда украшаешь кремом, лучше, чтобы они были, ну, одинаковые, ну, не одинаковые, равномерные, то есть, такие, да. Вот. Ну, а так как мы просто их скушаем сегодня с чаем вечером, ничего страшного в этом не вижу. Даже они смотрятся и красиво. Мне так кажется, или я себя в этом убеждаю, не знаю. А сейчас еще подогрею готовое. В Финляндии называется это керма перуна. Это картошка в сливках.
сливках. Она очень вкусная. Я ее просто обожаю. Даже я вам не могу передать словами, насколько я это люблю. И она такая приятная, нежная на вкус. Поэтому и Коля покушает, и я, и Миша. В общем, будет нам счастье. Подогрею. И, ну, не совсем уж, конечно, буду, да, лениться. Сделаю еще салатик. Салатик будет самый обычный. Здесь уже укроп. Сейчас порежу несколько помидоров и несколько огурчиков. Также заправлю сметаной. Но не просто сметаной. Я ложку сметаны добавлю и ложку греческого йогурта. Поэтому такой будет салатик. Самый простой, но мы его очень-очень любим с Мишей. И сейчас он еще поехал в магазин, купит лук зеленый. Поэтому, если он найдет, будет еще и лук. То есть вот прям такой летненький салатик с картошечкой. Вот просто будет очень нам вкусно. Ну и давайте быстренько покажу. Вот курочку. Очень сильно ее, конечно, я запекла. Но ничего страшного, от этого она не будет невкусная. Вот, так что такой будет у нас ужин. Покажу уже, как накрою на стол. Еще заварила чаек нам с Мишей каркаде. В последнее время я не очень его люблю. Раньше это мой был самый любимый чай, сейчас же нет. Но немного осталось, и я приняла решение допить, пока его не покупать. Вот такой он у нас красивый. Ой, какой же он красивый реально, да? Ну все, видите, все порезала. Сейчас осталось только перемешать. Картошку я подогреваю, и уже скоро будем садиться ужинать. Боже мой, как же вкусно пахнет сразу дачей, деревней, детством. Ну да, это что-то просто потрясающее. Мальчишки играют там в футбол. Да, так что берегите нервы, берегите уши. Мальчишки дают жару вечером. Съездили, купили мне лучка. Также сок их попросила, чтобы взяли. Давайте я вам, кстати, покажу, какой сок. Вот. Это у нас апельсиновый. Миша не особо пьет апельсиновый, потому что у него, знаете, как аллергия немножко. И яблочный. Вот этот похож прям на яблочный сок, который вот мы готовили в детстве с родителями. Вот прям очень похож. Так что соки вкусные, в Лидле их можно брать. Ну, давайте, дорогие мои, быстро покажу покупки из Икеи. Мы были в Икее, но потом в какой-то момент я поняла, что лучше мне не снимать, насладиться магазином. 100 лет там не была, и поэтому ничего больше и не сняла. 2 упаковки салфеток. Не знаю, когда в следующий раз будем, поэтому взяли именно 2. Обычно по одной берем, но так как в последнее время редко там бываем, взяли 2. Очень их любим, хорошие действительно салфеточки. Дальше. Для меня было удивление, что там мочалки продаются. В комплекте 3 штуки разного цвета. Цвета такие нежные. Нежные, приятные. Ну, понятное дело, что выставочный, да, там был, как это сказать-то, образец, вот. И мне они понравились, плотные, хорошие, поэтому, конечно, взяла. Дальше 2 емкости мои любимые, обожаю, но... Единственное, я думала, там будет стеклянная крышечка, вот как и здесь. Но я не нашла стеклянной крышки. Может, я плохо смотрела, пропустила. Если вы знаете, напишите. Так, ребенок рвется сюда, Миша не пускает. Поэтому мне пришлось взять именно вот пластиковый. Я могла с бамбуковой взять, но в этих контейнерах я также планирую иногда и замораживать. Поэтому мне все-таки нужна не бамбуковая крышка. Все-таки, мне кажется, бамбук не, это не есть хорошо для бамбука переносить заморозку. Одно дело хранить в холодильнике, да, можно было взять бамбуковые. Конечно, не очень мне хотелось брать с такими крышками. У нас уже были, они плохие, через какое-то время ломаются вот здесь, вот где изгибы. Сейчас они Икеа немного переоформили, выпустили эти контейнеры чуть-чуть другие, крышки тоже немного другие, но я думаю, смысл все равно останется тоже, через какое-то время нужно будет их менять. Если вдруг действительно я пропустила, есть вот такие стеклянные, напишите, пожалуйста, потому что я тогда куплю именно стеклянные. Ну, как вы поняли, один контейнер побольше, второй чуть поменьше. Так, а здесь не пишется, сколько литров-то? Наверное, нет. Ну, давайте вот так вот приближу, если кому-то интересно. Тут просто такой же прямоугольный, но поменьше. Очень их люблю, удобные. Дальше мы на днях такую миску разбили. Одну из, какого-то количества, они очень удобные. Салатики и много-много чего. Поэтому ту, которую разбили, заменили. Вот такая емкость у меня уже есть. Тоже со стеклянной крышкой. Очень мне нравится и удобно. Здесь 600 мл. Классная. Крышка хорошо герметично закрывает все. Так что я очень полюбила. И можно всякое, не знаю, вкусняшки хранить. И просто какую-то еду очень удобно. Дальше вот такую вот, я не знаю, как это называется, но что-то вроде полки. Вот так она выглядит, когда уже собрана. И вот эту штуку нужно ставить на полочку. То есть вот если высокая, большая полка, и верхнее пространство у вас ничем не занято, то ставите такую вот штучку. И получается, под ней можно хранить и над ней. Я купила для того, чтобы формы ставить. Мне кажется, будет очень удобно. И
Еще в магазине. Как же тут магазин? Ну ладно, неважно, я думаю, с Финляндии меня мало кто смотрит. Тоже я купила вот такой вот пакет. И здесь 5 килограмм, 200 штук с ручками. Тоже удобно что-то хранить, завернуть. Мне вот такого клубочка хватает, ну прям вообще на нереальное количество времени. Так что это, наверное, такая покупка раз в несколько лет. Здесь 200 штук, аж представляете? Все, такие вот покупочки небольшие, но я, если честно, все по списку купила. То есть я посмотрела заранее на сайте, что я хочу, и поехали купили. Хотели еще шторы купить, но те, которые там написано новинка, ну, пока я их не нашла в магазине. То ли я пропустила, невнимательно посмотрела, то ли еще вроде как нету, не знаю. Так что ехали еще за шторами, чтобы поменять на кухне. Опять не получилось, опять сорвалось. Ну, буду, наверное, здесь в каких-то местных магазинчиках искать. Вот, покупок мало, но все действительно нужно, и все пригодятся. И я очень-очень рада, что мы, конечно же, съездили. Ну вот, смотрите, так полка выглядит в собранном виде. Мы взяли размер побольше. Там еще вот где-то такая была. Совсем маленькая, тоненькая. Сейчас покажу, куда ее буду ставить. Вот, планирую на эту полку. У меня здесь много разных форм для запекания. И не очень удобно, если, например, вот эту нужно взять, то все нужно вытаскивать. Это тяжело перебирать. Поэтому я решила сюда попробовать поставить. Давайте покажу, что получится. И получится ли вообще что-то. Ну вот, смотрите, что получилось. Единственное, вот эту корзинку здесь уже не было места ее поставить. В овальную поставила квадратную форму для запекания. Ну, просто мне хочется, чтобы уже все формы были при одном месте. Если что-то из прямоугольных, здесь три, я их вытащу, возьму все, что нужно. Если вот из этих, слушайте, думаю, будет удобно. Вот реально. Вот эту пока сюда поставила, попозже я найду, наверное, новое место. Может быть, и здесь она приживется, не знаю. И на этой полке с краю у меня еще стоят такие миски. Все остальные в использовании, поэтому только одна есть. Давайте посмотрим, место для нее хотя бы осталось. Ну да, в принципе, она стоит так, как и стояла. Шкафчик при этом закроется, ничего мешать не будет. Так что да, вот так вот выглядит полочка. У меня очень довольна. Слушайте, вот прям понравилось. Теперь думаю, что, наверное, нужно и сюда еще купить. Вот смотрите, здесь вот эти все формы у меня стоят, которые постоянно использую. А сзади вот такие вот прям тарелочки. И тоже места очень много, поэтому я думаю, если такую уже купить, поставить, то можно даже вот эти некоторые маленькие, например, форму туда убрать сверху, а побольше, чтобы здесь стояли. Ну да, думаю, что я так куплю и попробую сделать. Я, если честно, купила одну для того, чтобы посмотреть, будет ли это удобно, стоит ли покупать. Потому что, знаете, я могла купить две, мне бы не подошло, не понравилось, и ну и что делать. А так купила одну, попробовала, все классно. И теперь в следующий раз, как поеду, куплю и вторую на эту полочку. Так что вот такая вам идейка. Ну, мне кажется, прям достойная, классная идея. Наступил следующий день. Давайте быстро покажу покупки. Мы были в Хельсинки, заезжали в арабский магазин за помидорами черри. Буду их закатывать. Я в прошлом году несколько баночек сделала на пробу с тмином. Очень вкусные. Мне понравились. Сейчас взяла три таких пакетика. И цена была 1 евро. Вот видите, 0,99 за килограмм. Если здесь покупать, это 4, 5, 6 евро за килограмм. 4 евро редко где найдешь. В арабском магазине взяли на пробу шарики сырные. Внутри сыр моцарелла. Ни разу не пробовали. Но иногда хочется такой гадости. В общем-то, попробуем. Семечки в арабском магазине. Бабкины семечки. Представляете, взяли. Макароны. Итальянские. Две упаковочки, одни бантики, одни рожки обычные. Сейчас покажу остальное. В арабском магазине также взяли яйца. Нам они нравятся. Они вот такие вот коричневые, крупные, желтые, желтые, вкусные очень. Еще одна порция покупок. Крупные томаты взяла. Мне их нужно будет блендером измельчить. Они такие мясистые, хорошие. В арабском магазине также взяли, ну, наверное, это соус, да, такой. Он... может быть, майонезный, чесночный, точно я не знаю. Я как-то была в арабском магазине, ресторанчике, и вот такой соус подавали, очень понравился. Но я не знаю, эта фирма не эта. Ну вот мы увидели, он был белый, чесночный, и решили попробовать. Также на пробу вафельки интересные взяли, не знаю, вкусный, невкусный. Я вообще большой любитель вафелек, поэтому с удовольствием попробую. Нектарины, вы посмотрите. Вы только посмотрите на этот огромный размер. Взяли три штуки, это просто можно... Ой, ну вы поняли, да? Также у меня заканчивается лавровый лист. Здесь 50 грамм, цена была 2 евро, это супер-супер выгодно. Я так, ну, повыбирала, видите, более или менее такие целенькие лаврушечки.
И 5 пучков укропа взяли. И он просто вот наисвежейший. Поэтому будем готовить всякие и вкусняшки, и... Я думаю, одного пучка нам хватит и на салат, и на все остальное. А остальные я хочу заморозить уже на зиму. Ну, просто настолько красивый был укроп. В принципе, пока еще рановато. Я обычно в середине, в конце августа этим занимаюсь. Но несколько упаковочек, ну, пакетиков, да, можно и сейчас заморозить. Ну, вот последняя порция. Еще 2 пакета помидоров в черри. Ну, опять же, для закатки. В общем-то, я думаю, много у меня баночек получится. Наверное, в литровый буду закрывать. Но рецепт, если вам интересно, вы увидите потом в отдельном ролике. Также чеснок, ну, опять же, для закатки. И сливы. Слушайте, я сейчас даже пакетик разорву. Они такие темные. Они такие огромные. Я так захотела их поесть. Только посмотрите. Посмотрите, какие они красивые. Так что, думаю, будет нам очень-очень вкусненько. Сейчас буду все раскладывать, мыть и, наверное, уже подготавливать все к закатке. Я с вами прощаюсь и снова скоро с вами увидимся. Пока-пока!